Нет, мы сейчас тебе экзамен будем устраивать. Ой. Начинай движение по главной дороге. На регулируемом перекрестке поедем направо. Место для остановки. Вот. Автобус ты не пропустил, да, раз. Он же сейчас стоял. Вроде как поворотненько. Место для полоса и сплошная, и меня, соответственно, никто не объедет. Ну, до этого. Бордюша. Свою ошибку. Да. 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 Я думала, просто тут нету бордюра. Поехали дальше. 10 баллов ты уже получила. Двигаемся по главной дороге. По направлению главной дороги. Место для разворота. Ёп. Нельзя, да, ну конечно нет. Стой. Бордюр сейчас заедешь. Задний ход включай. Ну ты же видишь, поехали. Ты же видишь, места мало. Газ нажми. Хорош. Учись определять. Ширину, чтобы тебе места хватило. Угу. То есть если я вот так вот развернусь, нет, тоже. Конечно. Угу.
где я на бордюр заехала, там где надо было остановиться? Рядом с бордюром. Угу. То есть, в принципе, этот участок вам позволял, просто надо было рядом с бордюром, правильно?